Добрый день, ребята! Совсем недавно отмечался День снегиря. Эта птица – настоящий символ русской зимы и Рождества. Даже название птицы связано с зимой и снегом. Еще это символ огня. В переводе с латинского название этой птички – огненный. Считается, что снегирь – символ стойкости, надежды и целеустремленности. Эти качества помогают птичкам в холодные зимы. Снегирь – символ дружбы и дружелюбия. В стае никогда не бывает потасовок. Если какая-то птичка попала в ловушку, остальные птицы не улетают, а остаются с потерпевшей, поддерживая собрата. Говорят, что снегирь приносит счастье и удачу в дом. У каждого должен быть свой снегирь. И сегодня я предлагаю с вами сделать символ русской зимы и Рождества снегиря. Для этого нам понадобится черный и красный картон, карандаш, ножницы и клей. Для этого мы начинаем делать сердечки. Сначала вот делаем сердечки. Побольше сердечко из красного картона. Это будет у нас туловище. Затем мы делаем голову поменьше сердечко из черного картона. Хвостик. Хвостик будет у нас чуть-чуть побольше сердечко. И два крылышка. Вот два таких сердечка еще. У меня уже есть заготовки. Сердечко вырезать вы, наверное, уже знаете как. Складываем вот так бумагу и вырезаем вот так. Вырезаем затем и получаем вот такой шаблончик сердечка. Теперь мы приступаем складывать детали. Так, берем туловище, красное сердечко, приклеиваем к нему голову. Вот так. Приклеиваем серединку. Склеиваем с двух сторон. Так получаем. Затем мы приклеиваем хвостик. Также приклеиваем с двух сторон. Так. Больше информации о снегирях вы можете узнать из книг. Получаем, вот видите, хвостик и голова снегиря. Затем мы берем и приклеиваем крылышки с одной стороны. У меня односторонняя бумага. Я брала черную бумагу, бархатную, видите, такая. И приклеиваем вот так. Половинку только. Здесь остается у нас. Так будет. Получаем одну сторону. И сейчас приклеим вторую. Нужно приклеивать так, чтобы было везде ровненько получалось у нас. Вот получаем такие крылышки. Можно вот немножко не до конца заклеить. Мы получаем уже снегиря. Сейчас мы еще приклеим носик. Вырезаем треугольничек. Получаем носик вот такой. И приклеиваем его клюв. Носик и клюв. Приклеиваем голове. Так.
Вот такой снегирь у нас получается. И еще мы берем глазки, у меня клеящиеся. Если у вас нет глазок, можно нарисовать из белого картона и приклеить глазки. Так, сюда приклеиваем. И второй на вторую сторону. Вот такого снегиря, символа русской зимы, мы получили. Такую птичку очень легко сделать. Спасибо за участие. Птичка наша готова, снегирь.